Я врач-стоматолог общей практики. Почти 20 лет я в профессии. Закончила Московский университет стоматологический. Первичная моя специализация была терапевтическая стоматология. Хотелось помочь своим пациентам в других проблемах. Пародонтология – это очень актуальная проблема, потому что практически 60-70% пациентов так или иначе имеют пародонтологическую патологию. И мне было очень интересно, что расскажет Анна Парицкая. Поэтому я с удовольствием пришла на курс по хирургическим методам лечения пародонтологических заболеваний. Мне было любопытно саморучно попробовать на свиных головах какие-то методики, посмотреть, как вживую работает Анна Парицкая. Было очень познавательно. Первый день, значит, Анна нам рассказывала теоретические такие базовые знания, что касается лечения пародонтологических больных, хирургические все стадии, то есть это лоскутные операции, подробно были рассказаны, какие разрезы, какими инструментами пользуется Анна по протоколу израильской школы. А второй день интересен тем, что мы лично своими руками можем попробовать эти методики. Отслоение лоскута и клиническое удлинение коронки по ортопедическим показаниям. Было интересно посмотреть хирургическую пародонтологическую операцию, которую проводила Анна Парицкая. Мы смотрели онлайн внутриротовой камеры все этапы от обезболивания до наложения швов и рекомендаций, которые Анна давала пациенту после окончания операции. Хотела задать лично Анне вопросы по своим пациентам. Получила ответы на все свои вопросы. К моим вопросам, к этой дискуссии подключились коллеги, которые присутствовали на курсе. Я думаю, было очень всем интересно и познавательно. Самое интересное, что мне понравилось, что так грамотно и четко выстроена лекция, все по порядку, то есть не перескакивая, все поэтапно, то есть можно было выстроить логическую какую-то схему у себя в голове, это очень легко запоминается. Я могу с чистой совестью рекомендовать всем своим коллегам посещать курсы Анны Парицкой и всех лекторов из Medical Consulting Group.